Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать свежий обзор на растаможенный караван. Это Абэй Фристайл 2007 года выпуска, пятиместный караван и уже с французской кроватью. Цена данного каравана 582 тысячи рублей. По нему, конечно, мы сейчас пробежимся, сделаем обзор. Вот, давайте начнем. Начнем с передка. Сразу же. Алковская система тормозов стоит. Вся полностью обслужена. Все низы данного каравана в идеальном состоянии. Нигде нету ни косок, ничего абсолютно. Вот такой стильный, модный караван. И очень красивых форм. Уголочки также сейчас начнем, потому что техосмотр все он проходил, полностью у него свежий техосмотр, сделанный на караван. Здесь духовод все стоит на месте, уголочки все обслужены, все полностью, все сухо и отлично. Конечно, караван свежий, 540-я модель идет, это не внутреннее убранство, и плюс к этому может там полметра. Сзади он тоже такой красавец. Ну, к заду мы сейчас вернемся. Сразу же посмотрим кассету. Тетфорд кассета стоит. Все на месте. Вся линия наклеек вся присутствует, как и должно быть в свежем караване. Стеклопакеты, само собой, все целые. Все арочки в идеальном состоянии. И только поставлена свежая резина. 14-я сэшечка стоит. Снизу резина жгут. Все в идеальном состоянии. Запасочка уже у данного каравана снизу находится. Очень удобно и легко она откручивается. Абсолютно. Сам откручивал, ничего, проблем в этом нету. Шильды тоже все оригинальные. Тонна 410 максималка, тонна 191, это без нагрузки вес. Очень, конечно, красивый караван, а внутри там вообще, там два панорамных люка, это вот ячейка под мелочи всякие, подножки тоже к каравану входят, что хозяин, ну вот снизу, вот хозяин ездил. Все идеально, по фарам, конечно, фары все свежие. И также здесь смотрим. Побитого не то, что все наклеечки. Все очень достойно. Накладки на лапы все есть. Ну и снизу тут просто все идеально. Это под аккумулятор здесь идет. Здесь ниша. Вторая дополнительная, чем удобно, это уже под мелочи какие-нибудь свои под кровать. Ну и также, конечно, пойдемте наверх. Все, антенна в идеальном состоянии. Все уголочки, конечно, шикарно все. Ровненько, аккуратно, стильно. Вот такие вот он, таких бомбических все равно форм. Конечно, свежая игрушка и свежая. Ключи тоже полный комплект. Так, здесь все, смотрим уголочки. Где-нибудь не смотрели бы караваны, везде, ребят, залезайте. Баллоны газа всегда у нас в запасе есть, с итальянскими редукторами. Все на месте. По стеклопакетам нигде не коцает, ничего. Вот они, арочки все свои штатные. Сава резина европейского производства. Ну, давайте пойдем вовнутрь, чтобы видеть расположение. А расположение, конечно, стоящее. Выше такого расположения уже не прыгнешь. Это все. И за это расположение, как всегда, все просят денег. Сейчас я чуть помедленнее. Вот мы заходим, диван большой, все раскладывается. И вот она, французская кровать. И еще плюс
к нему повернемся, панорамный люк. Ну, сейчас я думаю, что начнем. Вот такое расположение. Очень, конечно, удобное. Жалюзи нигде побитого рваного нету. Все отлично. Управление трёмой стоит. Сигнализация. Конечно, в чем прелесть свежих караванов Сукраса, это панорамные большие люки. Это действительно очень приятно. Как удобно. Уже все задвигается. Тут однозначно. Мебель вся свежая. Уголочки. Ну, ребят, везде надо смотреть. Уголочки. Где бы ни смотрели. Щелкать. Щелкаем. Гнилая стенка, почувствуйте гнилую стенку. Как мокрую древесину взять, вот такая будет стенка. Все идеально. Полностью, потому что по каравану сказать нечего. Потому что он действительно бомбический. Вот они, диванчики, все чистенькие. Снизу управление. Идет, полы все крепкие, нигде ничего нету, мягких полов, двойные полы идут, как и должны во всех караванах идут. Все крепко, все идеально. Ну, свежий караван, ну щелкать, ну конечно надо где-то что-то пощелкать однозначно, потому что другого выхода я не вижу. Смотреть передки, трогать однозначно. Гнилую стеночку не взять. Потому что, ребят, потом вы будете заниматься этим ремонтом, а не продавцы. Вроде меня и других товарищей, которые тоже занимаются. Вот какая-то вот красота. Стол плюс. И так раскладывается, как удобно. Все снимается, и все в зону превращается уже в спальню. Также в уголочке музыка стоит. Колоночки тоже есть. Ну, все очень классно. Вся мебель, вот свои штатные обои на потолке. Плюс вентиляция есть. Оттока и притока. Ну, документы уже на сам караван, все есть. Вот она, красота. Горячая, холодная, само собой. Насос есть. Столешница вся целая, в идеальном. Даже стеклянная крышка есть. Тедфорд стоит. Холодильник, газ, электро. Запахов нет никаких посторонних. Большая морозилка, это уже плюс. Ну, плита, вот она тут и практически не пользовались, потому что вот они и механизмы все рабочие. То есть действительно глаз радуется. Вот здесь дополнительно еще зону что-то поставить. И она также трансформируется. Поднимается, защелкивается и закрывается. Вот тоже удобно. Механизмы все двигаются, как уже удобно. Также и с этой стороны. Ну вот. И все закрывается. Также посмотрим, что у нас со столом. Стол штатный есть, который еще дополнительно в эту зону ставится. Все как и должно быть. Поехали дальше. Вот они по состоянию диваны. Никто я не намываю, не чищу их, ничего. И, конечно, также здесь панорамный люк. Вот они. Все, ничего порванного нету. Своей линии обоев идет. Здесь плюс подсветочка. Но мне сказать нечего. Пощелкаем. Пощелкаем, конечно.
Также матрас складывается на две части. Все поднимается. Плюс вот такой дополнительный ящик. Бойлер на 10 литров стоит газовый. Это плюс большой. Все оборудование запускалось, включалось. Гарантия на все, конечно, есть. Что касается дальше. Уже этот форт кассетного типа я говорил. Все двигается, все закрывается. Низы все отлично, все в идеале. Сказать мне нечего. Вот что у нас тут дальше идет. Умывальничек холодный, горячий. Все как должно быть. Зона закрывается. Все отлично. Вот она, трюма стоит, газ, электро, то, что позволяет пользоваться в любую погоду при минусах. Выхлоп весь закрытый. Ну и здесь все отлично, все арочки, все, конечно, на месте. Так что, ребят, караван в наличии, только растаможен, 2007 года. Так что, какие вопросы есть, вайбер, ватсап, набирайте, звоните, он в наличии. Так что проблем нету. Вот, ставим лайки, не забываем. Ну, конечно, подписывайтесь на канал, кому интересна тема путешествия. Ну, конечно, спасибо за просмотр. Все, ребят, до скорых встреч.